Нет, пожалуйста, нет. Он прям вообще рядом. Он прямо вообще рядом. Да, да как так-то, блин? Да нет. Вы да видели? Где-то там шастает. Слышишь, дышит. Извините, от страха. О! О! Так. Подожди. Нифига себе, ничего не работает. Вот эта штуковина. Что такое-то? Опа! Что-то собралось. Так. Она... О! О! У-ху! Лифт заработал! Эй, всем привет, друзья мои, вы на канале Дикич, меня зовут Дмитрий, а это игра Департамент 14. Завершили, значит, мы с тобой серию вот на этом моменте. Пробрались мы куда-то, короче, наверх, тут обнаружили кучу крови. Так, фонарик, кстати, заберем сразу, да? Обнаружили кучу крови, непонятное существо здесь ходит, трехголовое, которое нас тут пару раз натянуло. Я сначала думал, что это просто головоломка, а тут оказывается головоломка плюс хоррор или хоррор плюс головоломка, я так и не понял. И вот, значит, будем с тобой выбираться отсюда, потихонечку двигаемся в каком-то направлении. Игра мне не дает покоя, да, я сначала хотел ее забросить, а потом думаю, дай-ка посмотрю вообще, что там дальше у нас будет. Что там дальше? О, вот эту штуку надо забрать. Это надо забрать. А, так, что, подожди, что-то не берется. Подожди. А, инвентарь полный, да? Надо вот это-то выпить, а это, наверное, выкинь. О, нет, подожди, это я зря выкинул. Так, вот это выкину. А вот это... Опа, что такое? Вот эту штуку заберу. И это заберем. Это, мне кажется, типа портмоне, наверное, да? Которая слот нас... Да. Кажется, там что-то расширилось. Кажется... Так, подожди, еще раз. Да, слот расширился. Так, теперь возьму еще фонарик, включу. Потому что без него нам тут нифига не видать, а полная темень. Значит, короче, что, будем искать выход. Здесь у нас явно выхода нет, потому что все заколочено. Пойдем, значит, туда, где-то вот в эту область. Вот там шастает, ходит, бродит и не дает нам... Вот, вот. Слышно, да? Ходит тут. Сопли свои тут раздувает. Зараза такая, я не понял, как от него, блин, спрятаться. Вот в чем проблема-то. Он, как бы и куда бы я ни заныкался, он какого-то хрена поворачивался и бежал за мной. Вот, я пытался убежать, и у меня не получилось. Вот, и... А, что я хотел-то? Я хотел найти какие-то обзорчики, посмотреть, что там вообще дальше. И... Там он стоит, нет? Какие-то чертания. Нет, он вроде не вот, что-то притих. Нету, короче, на ютубе на обзор этой игры, да. Вообще, похоже, что никто не прошел дальше, чем я. И, блин, и вообще по этой игре нету нифига. Поэтому я решил, буду первым, значит. Буду, значит, первым проходить ее. Вот, и... Кажется, он ушел, да? Кажется, ушел. Ну, давай так... О, вот сюда пройду. Потому что когда, если он нас поймает, короче, блин, начинаем все сначала, это не прикольно. Это не прикольно и, блин, не знаю. Такая фишка в игре, если что-то... О, кстати, цепочка. У меня как раз есть мои кусачки. Оп, да, они нам помогли. Уа, жесть. Куча трупов. Опанька, что-то интересненькое, так. 24.02, надо запомнить. А. И больше, наверное, здесь вроде как ничего нету, да? 24.02, неспроста цифры, запоминаем. Здесь вообще все неспроста. И идет. Это ходит. Я специально, кстати, музыку немного убавил, потому что, чтобы слышать его шаги получше. Да, да как так-то, блин? Да нет! Вы да видели? Что за фигня? Бежит! Урод! Кто ты такой? Кто ты такое? Вот зараза, а? Блин, вот отстой, конечно, реально. И вот, видишь, опять все сначала. Опять сначала. А представляешь, что там что-нибудь найдешь ты? А, какие-нибудь
штучки-дрючки полезны, да, он тебя жах, и все, и опять начинаешь. И вот это неприятная штука, так сразу. Это выпьем. Фонарик. Фонарик. А, слушай, может быть, не брать фонарик? Смотри, так-то вроде неплохо зажигалка работает, да? Она такая, хотя бы смотри, свет такой рассеивающий. Прикольно. Так, а что делать-то? Помню, что были в каком-то из этих... На каком-то стеллаже, короче, были какие-то пробки или что-то такое. Вот. Вот сюда надо их воткнуть будет, влево. И нам надо их с тобой найти, значит. 24... Блин! Нет! Нет, отвали нафиг! Слушай, смотри! Бежит, бежит! Надо валить нахрен! Отвали от меня, блин! Отвали! Отвали! Слушай, кажется, я не слышу больше, что не топает и не бежит. Слушай, можно убежать? Да, тихо. Вон он там. Я не понял, получился или нет. Слушай, ну получается, можно убежать? Во, вот эта штука, да. Вот эти штуки вставляются там на стену, в аппарат какой-то. Их там надо вроде бы три штуки всего. Вот, значит, одну я нашел, надо еще найти две. Значит, так это я вроде по кругу пройду. Еще в этих лабиринтах вообще запутаться можно, я не понимаю, где я нахожусь. Так, здесь мы были, да, здесь мы были, здесь у нас с тобой находится это, да. Генератор. А, здесь нам надо что-то тоже найти. Короче, ну для генератора, скорее всего, бензин. Чтобы вот лифт этот включить. Задача понятна, значит. Найти бензин еще надо. А это, я так полагаю, вот эти то, что я собираю, это пробки. Наверное. Но это не точно. Так бы еще сообрази бы, где что находится. Из-за того, что темно, немножко непонятно. Так, здесь мы с тобой были. Вот видишь, смотри, и цепь обратно висит. Так, какой там код-то? 2406, да? Или что там? 2402? Или 2006? Я уже забыл, ё-моё, блин. Ладно. Пока. Пока не надо, как понадобится, вспомним. Так, подожди. Здесь я с тобой уже точно явно, наверное, все обходил, да? Все столы обшмонал. Чего здесь нету больше? Этого хренеля, кстати, хоть не слышно. Хорошо, он где-то там, похоже, где мы с тобой убежали, там, похоже, он и застрял. Так, в ведре здесь тоже ничего нету. Ну все, я, кажется, вообще все обошел. Я явно уже все обошел. Здесь ни хрена нету. Так, здесь мы, видимо, скорее всего, пришли. Здесь что? Валим. Он там стоял. Да, здесь мы, значит, начинали. Так, вот здесь еще ворота какие-то есть, но не закрыты. На стеллажи. Стеллажи еще посмотрю. Ну, вроде как я тоже ползал, нифига тут особо не было. Нету, ничего здесь нету. Да, я не понимаю, куда мне идти. Потому что здесь явно ничего нету. Зараза! Он опять меня заметил. Бежит, 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 бежит. Валим, валим, валим. Главное не оглядываться. Так, я все равно оглянулся. Это невозможно не делать. Главное не оглядываться, но всегда оглядываешься. Он вроде перестал топать. Так, что мне надо сделать? Вот это неприятная штука, когда
не знаешь, что делать. Куда ступить? Мы же здесь уже все. Прямо я уже здесь все ползал. Реально, вроде бы мы... Вроде бы я уже здесь в каждый уголок заполз. Может быть, конечно, это не так. Так, а... Нет, здесь... Здесь можно по кругу обойти, получается. Так, мы здесь были, да, или нет? Не были же здесь? Слушай, не были? Да. О! Да, смотри, кодовый замок. А, точно. Слушай, вот видал, вот вроде бы с тобой ходили по 100 раз, а сюда не заходили какого-то хрена. Что там, 24, да? 06 или что такое там было, да? Или... Или 20. Блин. Подожди. На... Или 20. 24.06 было. Так, а... Подожди, нет, а... 20... Не 20, а 24 было, да? 24.06 вроде бы. Так, 0. А, 02! Нифига. Почему 6-то, я не помню. Откуда цифра 6-то у меня взялась? Так, ищем. Здесь что-то... Что-то должно лежать. Что-то должно лежать, что нам поможет. Следующее. К следующему проходу. Так, подожди. Сейчас я вот так вот все ящички прошмонаю. Вроде ничего нету. О! Какая-то штука. Так. Все, она одна или еще что-то в ящиках лежит? Так, пусто. Пусто. А, пусто. Так, здесь мы взяли. Угу, угу. Ничего вроде бы больше. Главное ничего не упустить, я не хочу... Что-нибудь упустить, чтобы потом опять ходить туда-сюда без причины. Все, конечно, я нашел какую-то штуковину, непонятно. Так, сюда. Зайти. Знак вопроса, кстати, есть. Значит, мы сюда тоже должны попасть как-то. Ага, типа столовая или что такое, да? Логотип. Так. Так, мы здесь... Были или не были? О! Вот эта штука вторая. Вторая есть. Ура, ура, ура. Это замечательно. Значит, нам еще надо еще одну штуку. Так, энергетик мне не надо. Здесь фигня, ничего нету. Здесь больше ничего нету. Все. Да, все. Идем, значит, отсюда. Дальше. А, так, здесь, ну, понятное дело, заколочен. Следят за нами. И мы с тобой опять вышли. А, слушай, так это получается, я был находил эту сторону. В смысле, вот эту дверь я был сюда вроде как заходил, но почему-то не. Блин, урод этот. Не пройти теперь. Шастает там, блин. Сейчас по кругу обратно. Так, закрыто. Столовая. Так, здесь, значит, мы были. Надо, наверное, найти что-то типа ключ или что такого. Еще одна. Как раз у меня место есть. Под еще одну, под третью штучку. Ну я просто, я не знаю. Хочется, знаете, как бы это. Авось, а вдруг она сейчас откроется? А чё нет-то? Ну. Так, ладно. Просто я здесь вот. Чё, не хочу здесь ходить, потому что мы, блин. Берем. Кто там где-то шастает, урод. Козел этот. А как? Все, ушел. А как я так?
Я же ходил, вроде мы же здесь были в этой комнатухе, я же 100-500 тысяч раз прошел. Реально, я был 100-500 раз прошел. Так, пойду в обратную сторону. Раз он уже здесь находится, значит, он уже там ушел. И эта фигня тут стояла. Какого фига вообще? А! Там кто-то был. Вот там. В окне, видели? Там кто-то был. Во. Подожди. А. Так, это что, это кажется, как будто я, когда... А, блин. Это мое отражение. Ладно. Это мое отражение было. Так, нам с тобой что надо? А... Так, это которая большая комната. Нам надо с тобой... Ой, не сюда. Не сюда. Блин, я забыл уже, где тут... Говорю, реально, заблудиться можно, непонятно. Где-то должен быть проход в эту, в такую небольшую комнату, где как раз на стенке... На стенке висит вот эта штуковина. Не помню. Сюда, что ли? Во, кажется, да, сюда, справа здесь. Да. Вот, чпуньк. Да, е-е-е, Дима красавчик. Слушай, провода какие-то ведут туда. Значит, сейчас генератор, наверное, заработал, да? Я так полагаю. Или нет? Я пробки включил. Они типа там какой-то провод был. Соответственно. А, мне показалось, что, конечно, это... Да, он там идет, ну... Так, генератор... Не помню, в какой стороне опять находится. Вроде как-то где-то там. Так, мне... Нет, не здесь. Здесь у нас эти были трупы. Нам не сюда. Во, вот здесь. Так. Так, пробки я вставил. О. Блин. Что за фигня? Так, не то. Да, определенно не то. Нифига не работает. Да и блин, отстой. Я что, зря сюда шел? Стой, лифт. Ну этот лифт определенно нас увезет отсюда. Вот, а... Блин, теперь бы не попасть этому уроду, потому что, представляете? Там идет. Так, свалим. О. Так, кажется, пронесло. Замечательно. Потому что если он нас схватит, блин, опять все заново начинать вообще не прикольно. Так, короче. Дело не в этом. Получается. Что-то в дело другом. А. Подожди, здесь. Ай, блин. Надо было, наверное, сначала включить что-то. Да, картинку надо составить. Да, надо составить картинку. И тогда, видимо, наверное, что-то появится, наверное, включится. Так, так. Так, вроде как первое-то у меня правильно определенно. Но здесь, смотри, всякие на каждой кубе эти, назови, картинки разные. Но вроде как вот эти, когда две составил, да, нормально стрелу, то прям лошадь полноценная получается. Значит, теперь три еще. Во, здесь тоже стоит по лошади ее хвост. Во, вторая лошадь. И. Опанька. Опанька. Я мозг. Два ключа. О, слушай. Это там шестеренка и вроде как там было типа что-то столовое связано. Да? Ну, вроде как, блин, да как это называется? Приборы столовые были нарисованы на ключе. Значит, это как раз от той двери, где мы с тобой замок-то сломали. Кодовый. Там напротив была дверь. Да, тут замочек этот, а здесь, да, это, скорее всего, столовая.
Там напротив была дверь в столовую. Вот, значит, нам теперь сначала туда. Фонарик возьмем. Так, вот это я выкину. А фонарик... одеть. Погоняй теперь с фонариком. Так, во, шестеренка. Чпуньк. Так, портмонеха. Нам еще расширит слот. Чпуньк. Во, класс. Так, а это что вообще такое? Непонятное. О, бензин. Бензин для генератора. Нормально. Опанька. Еще такая же штука, как что-то наподобие мы с тобой нашли. Так, в ведре больше ничего нет. Здесь ничего больше нет. Все. Здесь у нас все. Теперь, значит, нам надо идти в столовую. Так, эта штука мне не нужна. Это нам надо только, чтобы код узнать. Ну, код я уже запомнил, да? 2402, не 06. Так, здесь мы открыли. Погнали, значит, в столовую. Это, значит, через это у нас через большой зал надо пройти. И где-то там направление слева. Вот стрёмно самое, чтобы не попасться этому. О, блин. Валим. Шастает здесь. Где-то там. Рядом. Еще тупик вот. Будет фиаско, если я еще куда-нибудь побегу и прикинь в этот и в тупик и все. Так, он где-то там шастает. Слышишь, дышит. Извините, от страху. О! А нет, это генератор не то. А, бензин же есть, давай включим. Ну-ка. Чпунк. Вау! Так, нифига не работает. Так громко работает, блин. Я надеюсь, он сюда не побежит. Тихо. Нет, пожалуйста, нет. Он прям вообще рядом. Он прямо вообще рядом. Отвечай, если он сюда зайдет, это вообще. Это будет жесть. Я уже не помню, где что нашел. Зараза. Так, вроде прошел. Так. Давай пробовать. Надо с тобой отсюда выйти. Нам надо... надо в столовую. Он свалил? Да, он ушел справа. А где-то эта штука где-то здесь. Во! Да, столовая. Так. Чпуньк. Супер. Так, что здесь у нас? Это... а, это кружка. Во. Что-то провод какой-то. Так, тарелка. Так, энергетик мне не надо. Все, что ли? Так, вот здесь какая-то дверь еще. Все тут не проходит. Закрыто. Так, получается, что? Все? Провод только, что ли? Что? А, нет. Извиняюсь, это у меня в моей голове там приходит идея. Озвучивать не буду. Чтобы не показаться глупым. Так, ладно, так. Есть одно преимущество этого генератора, что я его слышу. И мы можем... у нас есть какое-то понимание, да, куда... так, нет. Не сюда. Там сюда, да. Так, я так полагаю, провод надо воткнуть сюда или сюда. Че, ничего не нажимается? О! О! Так. Подожди. Нифига себе, ну ничего, ничего не работает. Провод я включил же, все, вот питание есть. Вот эта штуковина. Че такое-то? Опа! Что-то собралось. Так. Ну, на... о! О! У-ху! Лифт заработал!
Да-да-да-да-да-да-да-да. Валим отсюда, мы красавчики. Yeah. Бежит. Fuck you, козел. Пошел ты. О, слушай, нормально, нормально, слава. Яйцам, что мы прошли. Так, звук, музыку, наверное, не буду добавлять, да? Пусть останется так. О, и оказываемся мы до... Опа, рыжий, привет. Оказываемся мы, значит, на следующей локации. И, пожалуй, наверное, знаешь что? Эту локацию я оставлю на потом, да? Оставлю на потом? О, какая-то штука здесь. Да, эту штуку мы пройдем с тобой в следующей серии. Так что на этом я с тобой прощаюсь. Если тебе понравилась данная игра, напиши в комментариях, продолжать ее или нет. На этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих сериях. Пока, друзья.